Власне, той гравець командир Реал. Вітаю вас з перемогою. За рахунок чого вдалося в другому таймі держати команду та виграти перемогу? Ну, я думаю, в первую очередь, то, что мы группа собрались, перестали допускать ошибки, начали быстрее двигаться с мячом, и мы видели такую картину, то, что мы начали быстрее с мячом, и игроки Атлетико Мадрид начали болеть, и это было удаление у них, ну, и, то есть мы начали более активнее принимать участие в игре. Ну, здавалося, що в другій половині другого таймі Атлетико просто вже грубо почав проти вас грати, не встигали, що за вами. Вони не встигали, то есть ми підсобрали все. Вітаю вас з перемогою, виходимо на перший місяць.